Ну вот, и наконец, пятый сериал, уже, можно сказать, для девушек, ну и не только, для интересующихся тоже. Новая версия «Секса в большом городе», только наоборот. Здесь все с ног на голову, в этих героинях многие узнают себя. Наша главная героиня – девушка по имени Ханна с большим количеством татуировок. Ей нужно есть каждые 2 часа, иначе она вырубится. Я был на высоте! Вообще, это, конечно, абсолютный антипод «Сексу в большом городе», про обычных уже девушек, пособие для тех, кто вечно мечтает похудеть, найти, наконец, свой стиль, хорошую работу и хоть кого-то в пару. То есть про отчаянных горожанок, которые всегда где-то рядом. Главная героиня тоже 4 подружки из Нью-Йорка. Только у них, вот в отличие от предшественниц, полно проблем. И они не знают, как их решить. И вот, собственно говоря, весь сериал этим и занимаются. Без при этом, без дорогих магазинов, Маноло Бланик и Маэта Шандон. Все как есть, без приукрас. Мы так и живем. Вот, в общем, посмотритесь в зеркало с помощью этих девочек.